Ну а здесь такой навесик и гаражик одновременно. Стоит такой вот мотороллер. Мотороллер называется «Муравей». О, а здесь лежит телефон, который просто-напросто заряжается в данный момент. И что же это такое? Это Канди. Машинка стиральная. Машинка стирает белье, вещи. Так что вот так вот цивилизация даже здесь есть. Сейчас зайдем с вами в домик, посмотрим, что в домике. Что в домике? О! Евгений пошел к курицам. О! Это у нас белые старые еще курицы. Ну-ну-ну-ну. Петух поет по утрам? Да, он в 3 часа ночи уже начинает походить. Рановато будет. Ну что, Евгений, показывайте нам дом. Второй этаж, первый этаж. Интересно же, как же живут тут люди. Тут сетка такая от комаров. От всех. О, здесь печка сложена. А что это такое сушится у вас? Это иван-чай, кипрей. Иван-чай. Вот такой. Это уже свежий урожай. Да, это вот сейчас только сделано. Плохо, что камера не передает аромат, который передает, издает этот иван-чай в данный момент. Ну, а печка зимой топится? Конечно, да. Это зимнее помещение, отапливаемое, утепленное. Печка. Понятно. Так, это вход на второй этаж. И... это баня. Баня, и здесь вы проживаете. Да. Так, банька. Камера не покажет, да? Темно. Ну да, темновато здесь. Здесь парилка у нас. Здесь мойка. А там парилка, здесь мойка. А там парилка. Ну да, там темновато, но мы не сможем. Баня топится вот этой печеркой. Воду таскаете, натаскиваете. Нагрев тут. Тут сразу, короче, можно вот шагнул в эту дверь и оказался в домике. Печка еще будет расписываться, будет тут изразцами еще доделываться. Это вот только сделано. Ну а зимой вы отапливаете, вот там печку тут, да, топите, и она, вот этот обогреватель, вот этот отсюда, да, кирпичная стена, да, она вот тепло идет, отдает и второй этаж обогревает. А вот морозы были, сороковники там за 40, когда, как это? Тепло, не замерзали? Нет. Ну, как... ну, две печки топишь, и там. Когда не сильный мороз, одну печку топишь. Угу. Здесь вот стол такой большой, деревянный. Ну и такие вот спальные места оборудованные. Так, ну что, покажете нам второй этаж? А какой запах, ребята, издает вот эта трава свежескошенная, уже подсохла. Когда ее только занесли, вот это был аромат, а сейчас она не так. Опа, так, сейчас мы поднимаемся. Поднимаемся сюда вот. Вот тут такая вот. Здесь тоже это утепленное, правильно? Да, это тоже зимний вариант, утепленное. Дверь такая теплая, о, хорошо. Подсветочка. Ну да, здесь даже и больше 20 могут размещаться-то. Ну а что тут вот? Кто-то спит.
на кроватях, кто-то может спать на полу, пол тоже теплый, вследствие того, что там снизу тепло. О, вот он лежит, подвяливается Иван-чай, вот это так. Завтра он будет ферментироваться. Да, вот такая вот. Здесь окошечко, и вот продувается, проветривается. И вот такой вот кучи 1.5 на 1.5 хватает как раз только всего лишь на один маленький ящичек, который мы смотрели. Ну, это для себя делаем. Тут у нас производства нет, а только для себя. Угу. Еще вот каповым промыслом занимаемся. Такие вот. О. Березки заготавливаем. Это вот такие наросты. Да, как каповые. Убирается кора и выводится вот такой вот. Покрывает, она еще не покрыта. Это естественно. При выварке она естественно. Чем дольше вывариваешь, тем угу. темнее цвет становится на подкоже. Такие вот сооружения бывают на березах. Но они не только на березах, на других. На всех деревьях, да, вот. Покрыла березу. Колонна, сиверия. А печка здесь уже не отапливает. Только. А, вот здесь почему здесь. Или нету здесь. Это только с первого этажа, да. А раньше же камин здесь был, да. Когда-то. Раньше было все отдельно. Баня отдельно отапливалась, дом отдельно, второй этаж отдельно. Три топки было. Сейчас мы сделали новую печь, подовую. То есть без поддувала, без колосников. И кто вам уложил такую печь? Вы сами, наверное? Нет, наш знакомый из Петропавловки, Владимир, печник. Там, понятно. По дружбе сделал. Ну вот зимой же, наверное, здесь тоже можно спать? Зимой, да. Ну, здесь зима. Тепла хватает. Гости, которые приезжают к нам, да, и друзья здесь. Интересно. Тут компьютер стоит. Здесь у нас интернет, Wi-Fi. Здесь Wi-Fi прям берет? Да. Да говорят, Wi-Fi вреден для здоровья. Кто говорит? Тому и вреден. Да, мы не паримся. Мы в бане паримся, а по жизни не паримся. Все понятно, понятно. О, сколько тут заготовок. Здесь тоже вот. Все обрабатываете. Большая коллекция. А кто занимается вот капами? Я выводил зимой. Ты? Зимой, да, заготавливал. Да, ну, я уже большую часть продал. Это то, что осталось. А куда вот они? Мастера берут. Мастера, там чаши, вазы делают, поделки какие-то. Ну, ложки, кружки, плошки. Да все, что угодно можно делать. Понятно. С них и трубки делают, и ручки. Ну, и капы тоже берут. Все беру, да, и конкапы, и суверия. Интересные срезы такие вот. Интересно, вот какие бывают незамысловатые картинки. Да, природные формы такие интересные бывают. Не очень при таком свете, но освещения достаточно. Читать надо днем, при дневном свете. Ну да. Так, а сейчас мы посмотрим в окно, какой вид будет здесь. Красивый. Так, тишина. Самое главное, что здесь... Тишина. Суеты нету. Свободные участки. Приезжайте, стройтесь. Да. Приезжайте, стройтесь, кому интересны такие места. Жить вдали от цивилизации, в то же время пользоваться всеми благами цивилизации. Ну вот, пожалуйста, Wi-Fi. Wi-Fi, и люди живут и не парятся. Все есть. А то говорят, вреден. Пчелки все живы, да. Пчелы живут. Показатель это пчелы, да. То, что действует, ну, как он. Пчелы все живы, мед таскают.
Ну вот. Так что тараканов нет. Тараканы разбежались. Так, ну что, пойдемте, друзья, дальше вниз. Вот тут тоже такие вот виды. Там стоит мотоцикл, на котором я приехал. Здесь, свободные площади. Сколько тут можно всего построить, засеять. Были бы только люди. Люди, где вы? Сейчас спускаемся. Многие, да, вот хотят из города уехать, но не знают куда. Куда переехать, да. Опа! Вот такая лестница здесь. Лестница чудесница. Не надо привыкнуть. Ну и для худеньких лестница. Ну а что худенькие? Я вот 100 килограмм вешаю, нормально. Зашел, залез. Тут серьезные вот ступеньки. Они не скоро износятся. Не скоро, не скоро. Да, вот. Да, что ты, кошка? О. Так, вот. Поделка. Это тоже сделано своими руками. Евгений вот мастерит зимними и летними вечерами, да? Это зимними вечерами. Долгими зимними вечерами. Какие-то девочки делают. Так, кто там отскочил, клей. На клей посадить. Угу. Это тоже лебеди, наверное, или кто это? Ну, задумывалось, как ангелы. А, ну-ну-ну. Это вот такой вот ободочек. Понятно. Сейчас еще. Опа. Продукция чистая и больше не увидите. Это тоже такой вот ангел, да? Так что вот так, друзья. Вот такие у нас живут люди в деревне, которые сидят зимой. Что делать? И вот мастерят такие вещи интересные, на мой взгляд. Ну, а это обработанные уже все, конечные, да? Да, это покрыто льняным маслом. Льняным маслом? Ну, можно еще, да, можно отполировать и его воском еще покрыть. Ну, вот, к примеру, вдруг вот такой человек появится какой-то, скажет, я хочу себе вот эту поделку, и он может ее, как говорится, приобрести в свое пользование, можно, правильно? Да. Можем продать, можем сделать что-то по заказу. Похожее, да, на заказ. Ну, второй такой не получится. Понятно. Мастер работает только в одном экземпляре и делает все по одному экземпляру. Это вещи единичные, да. Понятно. А это у вас кухня здесь? Это кухня. Угу. Столешница, которая сделана вот. Смотрите, какая толщина. Здесь можно даже плясать. И ничего с ней не будет. Ох ты, тут больше 10 сантиметров, наверное. Все такое вот суровое и по-деревенски. Все это надежно. Так что здесь все так вот. Даже ящики выдвижные есть, которые выдвигаются, задвигаются. Эксклюзивная. Да. В стиле рустик. В рустикальном стиле. Ну и здесь, естественно, так вот видно, вот кто приходит. Можно посмотреть. А, о, привет! Привет! И здесь самая главная заповедь. Да, это мотиватор. Мотиватор. Нужно. Ну, вы видите сами, что сделать нужно. Так что вот такая, друзья, экскурсия по нашим таким местам, по нашему интересному такому месту. Встают каждый день утром и делают какие-то свои дела. Медитируют. Медитируют, да.
Так что участки есть свободные, в продаже, приезжайте, стройтесь. Ну, Максим уже здесь, наверное, лет 5 или 6 все это обустраивает. С 13-го года? Ну, шестой год уже, да. Каждый год что-то подделывает. Ну вот, большее развитие пошло, наверное, вот этим летом. Тоже как бы построили как-то вот это больше всего. И куриц больше завели, и пчел вот. Ну да, сейчас что-то. Сарайчик построили, и курятник. И сейчас и тот, и мастерскую начали делать, ну, крышу поставили. Ну, даст Бог, к зиме запустите мастерскую, и все появится. У вас еще юрта есть. Шаманская юрта. Вот что забыли показать. Пойдемте в юрту сходим. Так, ну показывайте нам. Самая главная юрта. Вот что. Это что вы? Здесь мы проводим практики всякие. Практики? Да. Практики медитативные. Ух ты. Рога боевого козла. Реальные рога. Все по-настоящему. О! Здесь очаг. А здесь, да-да-да, здесь очаг, здесь. Мы с огнем взаимодействуем, с духами природы, со стихиями. Ну а костер вы это, горит здесь, вы загораете, да, это, да, да, зажигаете, да. И дым уходит кверх. Да, вот, через тягу. Здесь прокопанная тяга, труба земли, и за счет этого подсоса вытягивает через клапан верхний. Так что вот так, интересные такие места. У кого есть желание, приезжайте, помедитируйте. Вам, вы, наверное, разрешаете? Конечно, запрета нет. Все в рамках приличия. Много званых, но мало избранных. Да, много званых, мало избранных, точно. Ну так, Евгений, что хотите передать людям? Чтобы они не парились по поводу всего. Не пусть парились. Пусть к нам в баню приходят париться. Вот так, что вот так вот. Приходите париться в эту баню и не парьтесь по поводу всего. Ладно, друзья, поедем домой.